Сәлем, достар! 30-мінші арнаның тікелей эфирінде «Таң сәрі» бағдарламасы. Доброе утро, дорогие друзья! Мы рады вновь встретиться с вами в прямом эфире 31-го канала. Сәтті күн, сәрсенбіде өздеріңізбен қайта қауышқанымызға қуаныштымыз. Таң позитивке толы болсын. Алдағы уақыттарыңызды бізбен бірге өткізіңіздер. Әдеттегіде эфир тізгіні менде, және менің әріптесім Бақтияр екеуімізде. Алдағы екі сағатта біз сіздерге тек қана қызықты ақпараттармен бөлісетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, біз бастаймыз. Бүгін 21-ші қыркүйек. Дәл осы күні дүние есігін ашқан барша көрерменді төл мерекесімен құттықтаймыз. Иә, құрметті көрермендер, егер де сіз де жақындарыңызды төл мерекелермен, туған күндермен құттықтағыларыңыз келсе, бізге хабарлассаңыздар болады. Жылы лебіздеріңізді, тілектеріңізді бізде білдіруге әзірміз. Ол үшін бағдарламаның WhatsApp нөміріне хабарлама жазу керек. Ал WhatsApp нөміріміз 8-747-900-31. Сонымен қатар, бүгінде біз бағалы сыйлық ойнататын боламыз. 8-9 қазан күндері Алматы және Астана қалаларында танымал әнші Бастаның жеке ән кеші өтеді. Егер бағдарламаны мұқият көріп, сағат 8:15-те студияға қоңырау шалып, біз қойған 3 сұраққа дұрыс жауап берсеңіз, сол концертке 2 билет ұтып аласыз. Ендіше қапы қалмаңыздар, эфирді тамашалап, біздің басты қоятын сұрақтарымыздың жауабы эфир барысында айтылатын болады. Студияның байланыс номері 312-1020, Алматы қаласының коды 727. Ал енді кеше көзге түскен жаңалықтарға шолу жасап өтсек. Ақтау қаласының тұрғыны стритлифтинг бойынша 7 дүркін әлем чемпионы Ильдар Ягияев Гиннес рекордтар кітабына енді. Спортшы ауыр жаттығу жасап, елді ерен еткізді. Ол Гиннес рекордтар кітабына 7 ай бұрын өтініш жазған екен. Ал дүйсенбіде Ильдар рекорд орнатты деген сертификатқа ие болды. Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Спортшыны шын жүректен құттықтаймыз. Ал ертең Ильдармен тікелей байланысқа шығуға тырысатын боламыз. Ал iPhone 14 смартфоны 23-ші қыркүйекте сатылымға шығады десекте, қырағы кәсіпкер мен ірі дүкендер қазірден бастап тапсырыс беруге тырысып жатыр екен. Бақтияр, қалай ойлайсың, біздің Қазақстанда 14-ші iPhone-ның бағасы қанша болады екен? Мен былтыр ғана 13-ші iPhone шыққан кезде алған болатын, сол кезде сондықтан бағаны білем дегенім ғой. Енді миллионның шамасында. Жоқ, қателесесің. Кейбір ақпараттарға сенетін болсақ, жаңа смартфонның бағасы 2 миллион теңгеден асады екен. А, ол енді ең памяти көп, ең күшті iPhone ғой енді. Енді сонда да миллионнан жоғары болатын секілді, 1,5 миллион ба. Біздің қазақстандықтар кезекте тұрар ма екен, қалай ойлайсың? Енді Америкадағыдай кезек болмайды деп ойлаймын өз басым. Ал олай болса, біз эфирді жалғастырайық, айтпесе телефонның қызығына кіріп кетеміз қазір. Енді Бақтияр, тағы да бір ерекше жаңалық болайын деп жатыр, тікелей өзіңізге қатысты. Сүйінші жаңалық. Қандай жаңалық? 5:32 деген телехикая. Аха. Иә? Иә. Естуіңіз бар ма еді? Бар ма, жоқ па? 5:32. Есімде бар сияқты, иә? Олай болса, сол телехикая америкалық Кэт Лист фестивалінде бірден бірнеше аталым бойынша сынға түсейін деп жатыр екен. Иә, бұл өте жақсы жаңалық. Айта кету керек, бұл америкалық фестиваль 10 жылдан бері өткізіліп келеді. Ал 5:32 фестивальдің іріктеуінен өткен тұңғыш қазақстандық туынды. Ендіше сәттілік тілейміз, телехикая бірден бірнеше жүлде алып келсін. Жалпы 5:32 телехикаясы көптің көкейінен шыққан туындылардың бірі десек болады. Маған әсіресе фильмдегі образда ерекше ұнады деп айтсам болады, Бақтияр. Иә, маған да өте қатты ұнайды. Оның рас, бұл ретте кастингтің сәтті өткенін ескеру керек деп ойлаймын. Иә, әлбетте, әсіресе әйелдердің образдары көрермендерді таңғалдырған секілді. Әйелдердің образы демекші, дәл қазір екеуміз қазақстандық кино саласындағы ерекше әйелдер образы туралы топтама көрейікші. Көрейік.
Қазақ кинематографиясы күннен күнге дамып келеді. Фильмдердегі алуан түрлі сюжеттер мен есте қаларлық рөлдер көрерменнің көзайымына айналды. Ендеше бүгін қазақ киносындағы әйелдердің ерекше образдарын талқылайық. «Жаужүрек мың бала» фильміндегі Қорлан образы талайды таңдай қақтырды. Аталмыш кинокартина 2012 жылы жарық көрген режиссер Ақан Сатаевтың тарихи шытырман оқиғалы туындысы. Фильм қазақ халқының жоңғар шапқыншылығына қарсы тойтарыс берген 18-ші ғасырдың бірінші жартысын қамтиды. Кино желісі бойынша ел үшін күрескен жауынгер ер азаматтармен қатар ержүрек Қорлан да отан қорғау жолында ерлікпен қаза табады. Елін бар жан тәнімен сүйіп, жау алдында тізе бүккенше ажал құшуды жөн көретін оның образы қазақ киноиндустриясына жаңашылдық әкелгені жасырын емес. Первый отрицательный сериалында бір-біріне мүлде ұқсамайтын екі қыздың өмір жолындағы қиындықтары баяндалады. Айша енесінің қытымыр мінезіне көніп жүрген момын келін, әрі болашақ дәрігер болса, Олжан тік мінезді қатал полиция қызметкері. Қазатайым жағдайдан кейін Олжан мен Айша ауруханаға жеткізіліп, қан құю аппаратына қосылады. Апаттан аман қалғанымен белгісіз күштің әсерінен кейіпкерлер біртіндеп бір-бірінің әдеттері мен қасиеттерін ала бастайды. Ендігі жерде ештеңеден қорықпай, кез келген ер адамға шамасы жететін Олжан жуас адамға айналса, керісінше Айша бір бетке аруға айналады. Отандық фильмдерде бұрын-соңды аруларды тек нәзік образда көріп үйренген жұрттың таңдай қақпасына болмасанық. Оқиғаның әрі қарай қалай өрбетін білгіңіз келсе, сериалды міндетті түрде тамашалаңыз. «Весь мир у наших ног» 2015 жылғы шытырман оқиғалы фильм. Аталмыш туындыға киносыншылар қазақстандық кинематографияны жаңа деңгейге шығарды және қылмыстық жанрдағы үлкен киноға алғашқы қадам болды деп баға береді. Оқиға желісі қылмыс әлеміне еріксіз еніп, әділеттілік үшін күрескен жас қыздың төңірегінде өрбейді. Казиноға жұмысқа тұрған Әлияны бірінші күнақ бәз біреулер аяқтан шалып, қарызға батырып кеткен. Ал бас кейіпкерге көптен бері көзі түсіп жүрген казиноның башысы қарызын бір түн арқылы өте алатын айтады. Әңгімеге араша түскен Әлияның досы қылмыс әлемінің серкесін жою үшін аруды өзінің жасырын тобына мерген ретінде қосады. Қылмыстық топпен күресудегі танытқан табандылығы көрген жанда селт еткізбей қоймайды. Ол үлкен қалада тұратын жас қыз. Бір қызығы, ол қалада мүлде жалғыз. Қайгенін айттырғанын түсіндіңіз бе? Иә. Бұл режиссер Ақан Сатаевтың «Ана» фильмі. Басты кейіпкер бірде-бір адам жоқ, көшенің, табиғаттың шуы естілмейтін қалада өмір сүреді. Оның жалғыздығын бөлісетін жалғыз адам – баласы. Бірақ олардың әлемі осы ұлғаш қаланың тағы бір тұрғыны бар екен байқаған кезде күрт өзгереді. Картинаның өзі үлкен экрандарда айтарлықтай табысқа жете алмағанымен, батыл әрі өзіне сенімді қыздың бейнесі сәтті сомдалған. Айтпақшы, бас кейіпкер Айсұлу Әзімбаева. Ботагөз қазақстандық режиссер Ефим Аронның 1958 жылы Сәбит Мұқановтың повесі бойынша түсірген фильмі. Ол 1916 жылғы көтеріліс кезіндегі Ботагөз есімді қыздың өмірі туралы баяндайды. Фильмде қазақ қызының сол азғындалған қоғамдағы орны, әсіресе Ботагөздің сұлулығына тамсанған жұрттың оны өз құқығынан айыруы анық аңғарылады. Болысты басқарушының үйлену туралы ұсынысын бас тартқаннан кейін арудың отбасы қоғамдық айыптауға ұшырап туған ауылынан қуылады. Бірақ бастан өткен қиындықтарға қарамастан Ботагөз бақытты өмірге және өзіне деген әділ қарым-қатынасын үміт үзбейді. Сол жолда сүйіктісі Асқармен көтеріліске қатысады. Кейіпкердің мызғымас рухы көрерменді қоғамның жауыр болған таптаурындарымен күресуге жігерлендіретіні анық. Спасибо большое нашим коллегам. Все-таки, как же я люблю эту рубрику. Каждый раз, как будто совершаешь небольшое путешествие в мир кино. Я тебе тоже хочу предложить маленькое путешествие, Аня. Пока только в эфире. Хорошо. Смотри. Англия, Болтон, Германия, Нюрнберг, Израиль, Ришон-ле-Цион, Россия, Новосибирск. И Псков. Интересный маршрут. А почему именно эти города? Прям так перечислил их хорошенько. Это все города, в которых есть, внимание, памятник гвоздю. Серьезно? Да, а в немецком Гослере вообще есть памятник отдельно
шляпки гвоздя. Понимаешь? Интересная такая информация. Гвоздь, конечно, очень древний инструмент, но я даже и не думала, что в мире ему посвящено столько памятников. А как ты думаешь, для чего применяется он? Ну, я вижу, что здесь много гвоздей. Пыточный инструмент, что ли? Что это такое? Ну, прям посмотри еще раз повнимательнее. Наверняка ты на просторах социальных сетей это уже увидел. Это такой элемент йоги. Наверное, вот, видел я не блогеров понимаю. Я видел, да-да-да. Я же говорю, хит, тренд этого года, наверное, да? А ты знаешь, для чего? Я видел то, что там кто-то... Босыми ногами ты бы смог вообще встать? Я бы хотел. Не страшно? Редакция, принесите мне эти... Да, сейчас редакция тебе принесет, и мы потом быстренько скорую вызовем, да? Я прям тут перед Аней вот встану тут. Лишь бы произвести впечатление, Бахтияр. Нет, вообще, на самом деле, это же сложно. Ну, это же надо, наверное, в какой-то транс, я не знаю, войти, нет? Ну, как-то подготовиться. Я не знаю, трудно это или что, мне это интересно. Не, ну, все равно, мне кажется, нужна эта подготовка специальная. Может быть, в следующий раз, когда мы пригласим какого-нибудь специалиста, и он обязательно нам расскажет, что для этого нужно сделать. А мы не просто так заговорили об этом, потому что в каждом из этих элементов, в частности, говорим о гвоздях, да, есть что-то такое экстремальное, потому что же, ну, адреналин же ты испытываешь. Ну, да, мне тоже кажется. И поэтому мне интересно, Аня. Понимаешь? Я думаю, что интересно не только тебе, но и мне, но и нашим зрителям. Поэтому наши коллеги приготовили интереснейший сюжет, и она готова поделиться своими ощущениями. Вот ты внимательно посмотри, а потом после рекламы, после сюжета ты мне скажешь, готов ты пройти или нет. Хорошо? Жду, не дождусь. Смотрим. Как обрести гармонию и спокойствие в мире, где полно бытовых проблем и стресса? Единого решения человечество еще не нашло. Одни разгружают голову с помощью пеших прогулок или активного отдыха. Другие принимают ванну, слушают музыку или ходят на массаж. Но самые смелые становятся на гвозди. Сегодня мы станем с вами не только свидетелями, но и участниками этого сложного процесса. Гость программы сегодня гвоздь, а точнее много гвоздей, а точнее почти 400 гвоздей насчитывается на каждой доске садху. Несмотря на то, что практика стояния на гвоздях зародилась в Индии, сегодня миллионы людей по всему свету успешно используют ее. На ваших стопах, у нас есть более 70 тысяч нервных окончаний. И когда мы стоим на гвозди, то все эти точки получают такой как бы массаж, и как будто много рук массажирует наш организм, и мы получаем приток крови к органам, да, органы начинают быстро функционировать, кровь начинает ускоренно бегать по венам и лечить все какие-нибудь застойные заболевания, да, очаги хронических заболеваний. Таким образом мы стоим, и организм сам оздоравливается. Эта техника благотворно влияет и на психоэмоциональное состояние, снимает стресс, помогает справиться с чувством тревожности и даже поднять настроение. Как отмечают практики, те, кто однажды попробовал гвоздитерапию, возвращаются снова и снова. 37-летняя Екатерина Кучеренко сегодня пришла побить свой прошлый рекорд в 40 минут. Сейчас я уже знала, куда иду, и я и шла с определенным намерением. Я не просто так, чтобы там для галочки, чтобы я постояла на гвоздях, как-то где-то отметиться. Нет, я шла с намерением, мне нравится результат после того, как постоишь на гвоздях. Сегодня у меня были такие ощущения ясности, как будто бы у меня стекло протерли чистой тряпкой. Со стороны все выглядит просто. Человек встает на доску с гвоздями и стоит на ней какое-то время. На самом деле за спокойствием и расслабленностью кроется глубокая работа с собственным мышлением, телом и душой. Каждому, кто желает попробовать эту практику, самое важное – это определиться с запросом. Запрос может быть совершенно разный. К примеру, отпустить обиды. Заново поверить в себя. Ну что, приступим? Давайте. Я вам дам руки, опирайтесь на мои руки. Мне удалось простоять всего лишь 5 минут, но на самом деле они казались для меня целой вечностью. Все, я не могу больше. Я почувствовала, как этот каждый гвоздик, а их там больше 300, как будто они
проходили через каждую мою вену. Я чувствовала свои руки, у меня глаза будто стали лучше видеть. И даже мозг стал лучше работать. Такие ощущения были. Но это непередаваемое ощущение. Я всем советую, чтобы у вас произошел этот опыт когда-нибудь. Как и у любого другого вида йоги, у стояния на гвоздях есть свои противопоказания. К ним относятся беременность, онкологические заболевания, температура, эпилепсия, гипертония, проблемы с сердцем и, разумеется, открытые раны на ступнях. Также специалисты настоятельно рекомендуют не пытаться самостоятельно встать на доску, а также выбирать только квалифицированных наставников. Сонмен, тұратын болдың ба, тұрмайтын болдың ба? Мен тұрам. Сөзімді де тұрам. Сондықтанда. Әсімді де тұрам дейсі ба? Бірақ 5 минуттеп естідім мен. Сондықтан да 5 минут тұруға енді сөз бере алмайын. Енді осы аптаның эфирі біздің тізгінімізде. Әлі 2 күніміз бар, ала бұйырса. Ертен шеген алып келсек, қалай қарайсын? Дайынсың ба? Іштей жалпы? Мой езек, мой враг деген екен. Тұрам, әрине тұрам. Алып келіңіз, Аня. Мен міндет түрде тұрам. Бәрі естіді ғой, ертең алып келген кезде, ойбай, шамам келмей тұр, бір жерім ауырды, бірдеңе сірдеңе деп тұрмаңыз. Жақ, тұрам. Все, ладно, все это шутки. На самом деле мы просто хотим рассказать и показать вам, что есть такие методы, я не знаю, исцеления, лечения, маркетинговые какие-то ходы, я не знаю. Все зависит от того, как вы эту информацию сами воспринимаете. Вернемся к нашей программе. И хочется отметить, что мы работаем в прямом эфире. И если вдруг вы хотите кого-то поздравить с днем рождения, обязательно дозванивайтесь к нам. Кроме того, мы сегодня разыгрываем сразу несколько билетов на концерт Басты. Вам нужно будет ответить на несколько вопросов, но дозвониться с 18:15. Так что ждем ваших сообщений и звонков. Я, еске сала кетейік, достар. Бүгін біз Бастаның концертіне 2 билет ойнатамыз. Сыйлықты алу үшін эфирді мұқият бақылап, сағат 8:15-те хабарласып, біз қойған 3 сұраққа мүдірмей жауап беру керек. Да, поэтому мы с нетерпением ждем ваших звонков, поздравлений. И хочется отметить, что к нам в студию приходит немало гостей, известных личностей в том числе. И если вдруг кто-то вам по душе, и вы хотите, чтобы именно он поздравил вашего близкого человека с днем рождения, то обязательно нам позвоните. Студияның байланыс номері 8-727-312-10-20. Сондай-ақ, жақындарыңызды құттықтағыңыз келсе, 8-747-900-08. Бір WhatsApp нөміріне хабарлама жазыңыз. Я, бүгін жалпы біз көптеген тақырыптарды талқылайтын боламыз. Соның ішінде ажырасу тақырыбын Бақтияр жан-жақты талқылап, мамандармен сөйлесіп, қажетті ақпаратпен бөлісетін боламыз көрермендермен. Я, себебі 2021 жылы Қазақстанда өкінішке қарай 50 мыңға жуық ажырасу тіркелген екен. Я, бұл статистика көңіл көншітпейді. Ажырасу көрсеткішінің 72% Аня. Қала халқына тиесілі болса, 28% ауыл халқы екен. Жалпы қазіргі таңда ажырасуға басты не себеп болады деп ойлайсың? Қаланың көрсеткіші басқа, ауылда сәл азырақ екен. Білмеймін, жалпы себеп көп шығар, бірақ меніңше тұрмыстық жағдайдың әсері бар сияқты. Я, ол да мүмкін. Біздің тілшілер осы тақырыпты зерттеді, арнайы бейнематериал дайындап алып келді. Сонымен бірге көрейік, одан кейін студияға келген қонақпен талқылаймыз. Да, к сожалению, статистика показывает, что количество разводов в нашей стране доходит до 43% от количества зарегистрированных браков. Конечно, быть застрахованным от всего не получится, но хотелось бы больше знать перед тем, как вступать в брак. Именно это мы обсудим с нашим гостем. Сегодня в студии Таң Сәрі психолог Ұлпан Бермұхамедова. Ұлпан, доброе утро. Доброе утро. Как ваши дела, как ваше настроение? Спасибо. Отлично. Давно так рано не вставал. У нас такой сюжет был немного о том, что вот статистика удручающая. Мы бы хотели немножко в позитивном ключе с вами сегодня побеседовать. Все-таки, что нужно сделать, чтобы брак сохранить? Вообще говорят, что любовь живет 3 года, и после 3 лет начинается у молодых семей кризис в отношениях. Правда? Ну да, есть этапы становления семьи. Тем не менее, смотрите, когда человек обижается, да, его разочаровывают, да, он потерпел измену, да, от дорогого, любимого тебе человека, всегда очень обидно. Но, тем не менее, прощение или дать возможность второго шанса, это лежит в основе человеческих отношений. Ведь когда мы с вами прощаем,
да? Мы сами становимся счастливее, да? Мы не держим в себе обиду, да? И поэтому нам становится легче, а легче становится на душе, и это очень важно. А что происходит, когда человек задумывается, дать ли второй шанс или не дать второй шанс, да? Если вы хотите дать человеку второй шанс, я думаю, что даже человек, который совершил преступление, даже им дают второй шанс. Когда речь идет о семье, и здесь говорить о возможности второго шанса всегда уместно, да? Нужно людям давать второй шанс. Человеку нужно задуматься о нескольких вещах. Первое. Наше поведение в будущем, то есть того человека, кто вас обидел, да? Поведение человека в будущем – это показатель его поведения в прошлом. То есть насколько человек в прошлом не сдерживал свои обещания. Да? Я брошу пить, я брошу гулять, я брошу изменять. Да? Человек это повторяет раз, два, три. И стоит ли такому человеку давать второй шанс? Такого человека ты не изменишь, пока он не захочет измениться сам. Да? Второе, если мы говорим, что хотим дать человеку второй шанс, нужно понять, насколько человек тот, который обидел, он осознал свою ошибку. И готов меняться. Ну и третье, нужно самой задуматься, а нужно ли мне это? Куда я возвращусь, если я ему дам второй шанс? И что со мной будет? Вот это как раз такая возможность, когда нужно вспоминать нехорошие вещи, вот, потому что спустя какое-то время ты начинаешь же всегда думать, как мне было с ним хорошо, какая я была счастливая. Нет, нужно отбросить счастливые моменты и вспомнить негативные моменты. Вспомнить и еще раз осознать, а нужно ли мне в это возвращаться. Вот эти вот важные вещи нужно осознавать, прежде чем дать второй шанс. Пан, прошу прощения. Вот сейчас много сетевых психологов откровенно рекомендуют разводиться при несовпадении взглядов. Или если вам некомфортно в браке, если вы чувствуете, что постоянно нарушаются личные границы. Все-таки к чему нужно быть готовы людям, которые вступают в семейные отношения? Ну, знаете, на самом деле, да, очень много психологов. Да. Что я рекомендую вообще в общем люди в работе с психологом? Во-первых, это найти своего психолога. Это конечно, важно. Да. Путем проб и ошибок. Потому что люди обращаются, допустим, когда ко мне приходят на консультации, говорят, я вот была у психолога, но он мне не подошел. И это очень важно. Нужно, чтобы психолог был твоим. Понятно, что нам тяжело, и, возможно, в финансовом плане это тоже тяжело, потому что найти своего психолога. Но бывает, что человек с первого раза находит психолога. Скажу, в чем преимущество работы с психологом в современном мире. Жизнь становится намного легче и качественнее, потому что человек живет с такими убеждениями, фобиями и прочими тараканами в голове, когда походы к психологу, они намного проще решают эти проблемы. Да? Я всегда ставлю в пример такой момент. Человек боится лифта или самолета. Ну, вроде бы взрослый мужчина, 35 лет, а он боится там летать на самолете. Ведь многие такие вещи, они решаются, да, эти проблемы решаются там спустя там некоторое время, вот, после некоторых сеансов похода к психологу, не сеансов, а консультации к психологу, да, когда человек, разобравшись, почему у него возник этот страх, и эта проблема решается, и человек начинает жить счастливой и качественной жизнью. Вот почему важно ходить к психологу. А можно уточняющий вопрос? Казахстанцы часто вообще посещают психологов? Потому что ментально у нас вот заведено так, что кой курсун, уйзымыз шешеміз, қайдағы бруге бар, байыңым айтқан ес деген сияқты. Вот. Я изучала эту статистику. К сожалению, в Казахстане нет такой статистики. Поверхностная статистика есть еще в России, но культура, наша культура казахская, Казахстан, у нас нет культуры посещения психологов. Люди считают, что посетив один раз, там, взмахом волшебной палочки, там, решатся все проблемы. К сожалению, не так. И, конечно, существуют новые методики, там, сходи на один, там, сеанс
какого-нибудь гипноза, и там решатся все проблемы. Все индивидуально. Кому-то достаточно одного-двух сеансов терапии, кому-то кто-то ходит годами. Поэтому я не могу сказать, что одного сеанса достаточно, чтобы решить все ваши проблемы, которые копились там лет 30-40. Ну вот мне интересно, например, мы же сейчас говорим именно о разводах, а точнее, как сохранить семейный союз. В Казахстане у нас так принято, да? Баласы, айельмен, кельмен, енецме, брюгетрат. Вот, допустим, какая-то ситуация такая сложилась, ну, бывают моменты, когда там ревностно мама мужа относится к своей невестке, да, вот молодые собрались и пошли к психологу, а на самом деле-то, может быть, корень всей проблемы заключается вот во взрослом поколении, им тоже рекомендуется к вам сходить, конечно, или нет? Конечно, если взрослый, пожилой человек согласится на, посещение, сеанс, на посещение психолога, ну, менталитет опять наших взрослых людей не всегда это позволяет сделать, потому что уговорить их тяжело. Но тем не менее, если молодые пойдут на консультацию к психологу, к семейному психологу, то это будет намного лучше, чем совсем ничего. Потому что отношения, выясняется отношения, почему так происходит именно со взрослыми, да, почему вы там не притираетесь, не договариваетесь, потому что психолог может раскрыть проблему-то изнутри, вот поэтому намного легче будет, Бахтер, если вы с психологом будете работать. Нет, я же уже отвечал на этот вопрос. Мои психологи – это мои друзья. Ну, по разным вопросам бывает? Или никогда не было? Нет, никогда не было. То есть ты не готов или да, не было не такого? То, что не готов, нет необходимости для меня, ну, по крайней мере, сейчас обращаться к психологу. А если возникнет? Если возникнет, конечно. То у нас есть замечательная Улан, которая к нам сегодня пришла в гости. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Я думаю, что была достаточно интересная беседа, полезная информация. И все-таки хочется пожелать нашим казахстанцам, чтобы разводов было меньше, чтобы семейных пар было побольше. Давайте поднимать демографию Казахстана. Ну и если вдруг понадобится помощь психолога, то у вас обязательно появится такой замечательный человек, как Улан. Спасибо еще раз большое, что посетили нашу студию. А мы продолжим нашу программу через короткое время рекламы. Все. Потому что в нашей студии постоянный гость, эксперт нашей программы, остеопат Еляман Усюпбеков. Доброе утро, Еляман. Доброе утро. Доброе утро. Как ваше настроение? Как дела? Отлично. Выспался. Все самое хорошо? Главное. Да. Ну, у нас сегодня такая важная тема, это боль в спине. У вас нету таких проблем наверняка, раз вы эксперт, наверное, знаете. Нет. Что делать нужно? Нет, честно, есть боль в спине. Да, это больше такое профессиональное. Хотел бы себе хорошего остеопата найти сам. То есть серьезно? Сапожник без сапог. Как это так получилось? Ну, вот видите, времени нету, туда-сюда летаем, и очень частые перелеты, каждый третий день летаем, поэтому я очень хорошо понимаю своих пациентов, потому что с болью в спине обращаются большинство пациентов, взрослых, ну, потому что у детей другие жалобы. Боль в спине – это сейчас, кажется, бич многих людей, особенно… Сейчас, вы знаете, многие работают в офисе с утра до вечера, нет времени для спорта и так далее. Да. Поэтому, мне кажется, эта тема очень актуальна будет для наших зрителей. Я вот как раз-таки прочитала о том, что вы сегодня к нам придете, и главная наша тема – это протрузия. Я когда-то тоже страдала от этого, ходила к мануальному терапевту, но, слава богу, сейчас все хорошо. Супер. На самом деле, давайте с точки такой физиологии, да, посмотрим, с чего возникает вдруг такая проблема у человека, с чем это связано? Опять-таки с его образом жизни? Честно говоря, нет, потому что у нас, ну, как вы знаете, многие люди ведут сидячий образ жизни, но почему-то протрузия не у всех. Надо подумать, почему. И проблема современной медицины в том, что мы лечим только симптомы. Например, вот у вас заболит спина, вы пойдете к врачу, и вам скажут, сделай снимок. Делайте снимок, особо ничего не видно, но болит. Что делать дальше? Иди там к мануалисту. Мануалист вам спину поправит. Может стать лучше, а может обратно вернуться. И часто бывает, что люди ходят на массаж периодически, да, каждые пару месяцев на массаж проходят, потом опять ходят. Да. Вот. А смысл остеопатии в том, чтобы надо найти причину. А то можно, есть... Бахтер, да, пойдемте? Вот я тоже хотел предложить. Мы хотим, давайте вот, перейдем. К тому вот столу. Сюда. И давайте. Как раз вы наглядно нам покажете и подскажете, что и как. Вот смотрите. Пожалуйста. Вот протрузия, это да. Появляется вот в этом диске межпозвоночном. Когда есть какая-то асимметрия,
например, больше вес с этой стороны, здесь какая-то слабость, и диск вот так выходит в эту сторону. А-а-а. Да. И вот, кстати, протрузия. Где-где-где? Это уже грыжа, кстати. То есть это потому, что... Именно та часть смещается, да? Вот так, да, примерно? Да, ну, по-разному может быть. Смысл в чем? Смысл в остеопатии в том, чтобы надо найти причину. Чаще всего люди лечат спину. Но проблема в 90-95% либо в кривом тазу, да, либо, получается, в черепе, в голове. То есть проблема с зубами. А как вообще правильно выявить? Нужно обязательно делать снимок, потому что вот если я не права, вы меня подправьте. Ага. Обычно говорят, там диск, там, ну, образно, да, там, седьмой, девятый и так далее. Да-да-да. То есть только снимок покажет? Ну, протрузию и грыжу, да. Но причину снимок не покажет. Угу. Вот. Надо обратиться к хорошему специалисту. Можно к хорошему остеопату, который сможет найти причину, потому что причина может быть в разном. То есть может быть какая-то операция была, аппендицит с этой стороны, аппендэктомия. Да? И после этого появились спайки. И спайки перетянули на себя все ткани. Из-за этого пошла асимметрия. То есть если не освободить эти спайки, можете каждый раз обращаться там, к другим специалистам, которые вам будут просто делать симптомную помощь, но причину не устранят. Либо может быть проблема в разнодлинности ног. Да. Понятно. Аня, в отличие от некоторых, я обратил внимание, что Еляман сказал... В отличие от некоторых, это я, да, значит? Я про это не говорю. Что зубы тоже влияют на протрузию, кстати, да? Кстати, интересный факт. Это как вообще? Понять не могу. Это вообще очень интересная вещь, потому что у нас люди не обращают внимания на свои зубы и потом говорят, вот у меня болит там плечо, там, или вот шея болит. И люди думают, что так, надо шею помассировать и пройдет. Ну, проходит на время. Но смысл в чем? В том, что когда нет, например, какого-то зуба, вся опора челюсти проседает, и идет асимметрия лица. Бахтияр сразу начал сразу считать. Да, да, да. Есть у меня зуб мудрости на месте? У меня есть зуб, да. Слава Богу. Нет, дело даже не в зубах мудрости, а вот в остальных зубах. Потому что без зубов мудрости мы можем, в принципе, жить. Поэтому... Прикус имеется, да, в виду, может, да? Да, может быть дело с прикусом. То есть смысл тут в чем? В том, что если у вас есть боли в шее, в плечевом поясе и проблемы с зубами, пока не устраните зубы, можете тысячу раз даже вот ко мне, к остеопату, приходить. Ничего себе. Да, хороший остеопат скажет, слушай, давай не будем тратить ни мое, ни твое время, сделаем зубы, потом еще раз ко мне придешь, и мы все исправим. То есть теперь поподробнее. Вот зубы, прикус и, значит, челюсть. От этого влияет на... Полностью шею, на позвоночник в целом, да? Да, потому что здесь, ну... Не будем углубляться в анатомию, но здесь очень много и мышечных связей, и связочного аппарата, который вот это все поддерживает. Поэтому мой совет, люди, если у вас, у кого-то болит шея, плечо и никак не проходит, и проблемы с зубами, пожалуйста, сделайте зубы и потом обращайтесь к остеопату, потому что не надо будет. Давайте перейдем к протрузии и грыже, потому что у меня уже шея болит. Вы вот только что сказали, кстати, это не протрузия, это грыжа, сказали вы, да? Какая разница между ними? Я зачастую от медиков, ну и у своих знакомых слышу, что вот мне сказали, что у меня грыжа, и лечится только операбельно, все, нужно сразу ложиться на стол, операция, и больше ничего не поможет. А медики, наоборот, говорят, что можно вылечить, и иногда бывает такое, что на месте этой грыжи снова грыжа появляется. Да. Почему так происходит? То есть вы можете тысячу раз отрезать вот эту грыжу, например, так. Но пока вы не устраните асимметрию тела, про то, что я уже говорил, про таз, например, все равно вес будет неправильно приходиться на эту зону позвоночника и опять будет вылазить. То есть это как вы, например, заболеете инфекцией и можете тысячу раз пить парацетамол, но пока, если это бактериальная инфекция, антибиотики не выпьете, у вас каждый раз будет повышаться температура. Так. То есть надо устранять причину. А чем отличается протрузия от грыжи? Грыжа – это нелеченная протрузия, грубо говоря. То есть запустили протрузию, и да, сразу. Стала грыжа, да. То есть вы говорили, зависит от таза. Это когда мы слышали, да, Аня, то, что когда вот сидишь, ногу на ногу поставил, да? От этого тоже влияет? Больше нет, чем да, потому что все равно в тазу проблемы – это какие-то травмы, либо родовые травмы у детей, у взрослых, когда кто-то сильно падал на копчик, если вы ломали ногу, колени болят и так далее, одна нога длиннее другой. То есть можно это увидеть по обуви. У кого
какая-то обувь больше стирается, правая, левая, например, пара... Ой, пара, башмак, например, да? То есть, значит, есть какая-то асимметрия. Надо, ну да. У меня нету. Сразу Бахтияр воспользовался моментом, к нам приходит специалист, и он начинает сразу себя проверять с ног до головы. У меня вот такой вопрос. Обычно медики говорят, да, каждые полгода, там, я не знаю, ну, в зависимости от заболеваний, наверное, хронические или не хронические, сдавать какие-то определенные анализы, анализ крови там и так далее, да? Как не упустить тот момент, чтобы вот эта именно протрузия не переросла в грыжу? Есть ли какие-то показания, допустим, снимки делать там каждые 3 месяца, либо появилась боль, сходите вот так вот. Какие-то определенные рекомендации есть? Снимки не надо делать, если вам не говорят врачи, потому так. что все равно это облучение. Да, давайте личные снимки не делать. Поэтому, люди, пожалуйста, не занимайтесь самолечением, обращайтесь к врачам. Если врачи говорят делать снимки, то делайте, а каждые 3 месяца не стоит. Все симптоматично. Если вас что-то беспокоит и не проходит там спортом, что-то вы изменили в своей жизни, все равно не проходит, даже может хуже стать. Обратитесь к врачу. Это может быть терапевт хороший, это может быть ортопед хороший, тот же мануалист, вот, а желательно, конечно, остеопат. То есть, если вот есть проблемы, нельзя заниматься самолечением, сразу же надо обратиться к профессионалу. А вот протрузия и грыжа возникают только у взрослых людей или у детей тоже бывает? Потому что сейчас вот компьютерные игры, все сидят там и неправильно. Да. Тоже же бывают такие моменты? Да, у детей бывает больше проблемы. Мы в прошлой программе про задержку речи говорили, да. А у детей сколиоз, наверное, слышали. А, искривление позвоночника. Искривление позвоночника, которое потом может привести и к грыжам и так далее. Но у детей не так много грыж, как у взрослых. Да. Вот как раз Бахтияр таким образом, Бахтияр таким образом намекает, может быть, есть какие-то упражнения, что нужно сделать, или, может быть, как-то правильно сидеть или осанку держать. Вот. Мы друг друга с полуслова понимаем. Да. Даже с движения. Да. Ну, да, конечно, желательно ногу на ногу не закидывать, хотя я сам этим грешу. Люди, которые работают в офисе, пожалуйста, там, выделите на это деньги, время, себе хорошее кресло возьмите. Так. Потому что от этого многое зависит. Вот. Ну и, конечно, заниматься спортом. Знаете, любой может сказать, занимайся спортом. Но смысл в том, чтобы каждый взрослый человек нашел спорт, который ему не нравится. Нравится, наоборот. А спорт, вот именно, например, турник, да? Правильно? Классная вещь. Ну вот, я часто занимаюсь на турнике. Ну, видно. Видно, что ровный такой, подтянутый молодой человек. Вот каждый раз, вот неважно, да, я стою, гость стоит. Нужно обязательно какой-то комплимент сказать. Мужчины все-таки любят. Ну, редко говорят комплименты. Да, мы тоже знаем, что в шутку. Вот хочется еще, знаете, такой вопрос задать. Только что у нас в гостях была психолог. Она говорит, что на эмоциональном плане нужно выбрать себе правильного человека, чтобы тебе было комфортно, удобно, чтобы он располагал к себе. А с врачами же тоже так же. Да. Как вот правильно себе подобрать? Или просто хороший специалист по рекомендации, или как вот правильно себе выбрать специалиста? А, вы знаете, у нас в Казахстане есть проблема коммуникации врачей и пациентов. И пациентов, да. Я учился же в медшколе Назарбаев университета. У нас этому преподают. То есть это преподают, и это классно. И есть очень много врачей, у которых не прям супер коммуникация, но они классные специалисты. Да, поэтому сервис сервисом, но лучше себе подобрать врача, у которого там хороший опыт, классное клиническое мышление, и он вам там не предлагает какие-то ненаучные вещи, как там койден мои намаш и так далее. Я не против этого, но когда у тебя, например, протрузия, койден мои тебе вряд ли поможет. А вы, мы вот знаем, например, то, что вы еще и занимаетесь, вы еще учите, да? Да, мы с моими российскими коллегами открыли Казахстанский институт остеопатической медицины, и мы, получается, с октября начинаем обучение именно врачей остеопатии. У нас будут врачи-остеопаты. То есть они получают определенный какой-то сертификат? Они должны в этом направлении уже работать или нет? Нет, не обязательно. Главное — медицинское образование. То есть кто закончил стоматологию, педиатрию и лечебное дело, могут у нас учиться, потому что, честно говоря, в Казахстане не хватает остеопатов. В данный момент, если 10 тысяч остеопатов в Казахстан привезти, все равно будет мало. Да, а хорошие остеопаты что делают? Из-за того, что очень большой спрос, каждый раз приходится цены повышать, то есть большая часть населения не может там позволить себе хороших остеопатов. И мы постараемся это исправить.
Спасибо вам большое, что спасибо. Сегодня к нам пришли. Такая интересная беседа. Да, прям да, хочется да. дальше спасибо. И дальше, и больше узнавать вот именно то, что Бахтияр молодец. Прям. Что? Молодец. Обратил внимание, что не только что ровно стоит, что и зубы влияют на качество жизни, на позвоночник, на шею. Обращайтесь, Аня. Только вот можно радоваться, когда у тебя такой коллега, и еще больше радоваться, когда в гости приходят такие специалисты. Спасибо вам большое. Удачи, успехов, чтобы у вас были пациенты, ну не знаю, много или немного, но чтобы они жили качественной жизнью. Благодаря вам. Спасибо. Спасибо большое. А мы продолжим через короткую рекламу. Доброе утро, друзья, и удачного вам дня. Начинайте свой день вместе с нами, а мы с Бахтияром и со всеми нашими коллегами постараемся сделать его более ярким и интересным. Я, кайырлы таң, көрермен. Еске сала кетейік, бүгінде сіз керемет сыйлықтың иесі атанасыз. Ол үшін студияға хабарласып, біз қойған үш сұраққа мүдірмей жауап беру керек. Да, мы напоминаем, что вы можете выиграть хороший приз. Для этого нужно только позвонить в студию и ответить на три несложных вопроса. Номер нашей студии 312-1020, код города Алматы 8727. И мы начнем принимать ваши звонки ровно в 8.15. Сонымен қатар, WhatsApp номерімізге де хабарлама жазуға болады. Таңсәрінің WhatsApp номері 8-747-900-031. Ал біз эфирді жалғастырамыз және студиямызға келген қонақтармен таныс болыңыздар. Таңсәрі бағдарламасында ел ішінде өнерлі балалармен таныстыруды әрі қарай жалғастырып жатырмыз. Бүгін жыр қисаларды жатқа айтатын балалармен танысып, әңгімелесетін боламыз. Ендеше студия қонақтармен таныс болыңыздар. Құндылық орталығының шәкірттері Ерасыл Қанабек, Жадыра Керімбек, Кәусәр Ахан және ата-ана Рахмина Ксенбаева. Қайырлы таң, студияға қош келдіңіздер. Қайырлы таң, қалайсыздар? Жақсы. Жақсы. Сабақтарыңыз қалай? Жақсы. Сабақтан ертең бе, түстен кейін бе? Түстен кейін. А, бөліп-бөліп барасыздар, иә? Түстен кейін дайынсыздар ма? Иә. Қандай сабаққа дайынсыздар? Математика, әдебиет, көркем еңбек, ағылшын. Бес аламыз ба? Yeah. Сіздер орталыққа барады екенсіздер, құндылық деп аталатын, ол орталықта қандай білім аласыздар, қыздар? Біз әрбір кітаптарды оқып, қисса оқып, жаттап, жыр дастандар жаттаймыз. А ол нәрсе, не нәрсе, қандай жағдайда қызығушылық пайда болды сіздерде? Неден басталды? Біз басында үш қыз боп бардық. Ол жер өте бізге жақсы көрінді. Және смартфоннан алшақ ұстайды. Өте дұрыс екен. Яғни бұл мектеп па, әлде қалай өзі? Қосымша ма әлде? Бұл әлде қосымша ма? Бұл қосымша үйірме. Бұл мынау салт-дәстүріміз өзіміздің Әлді Денепсқа дейін салт-дәстүр сөйлейді, мына экософия, киелі табиғат. Осы кітаптар бойынша жұмыс жасайды ол жерде. Баланы мектепте құрал беріледі балаға. Және үй жағдайында барлық жағдай болғанмен ата-ананың ескермейтін кішкентай нәзік жері болады екен. Ол баланың күш-жігерін толтып тұратын қабаты дейді. Ол күш-жігерді біз өзіміздің баяғыдан үзіліп қалған ата-бабамыздың салт-дәстүрімен, қисса жыр аңыздармен толтырады екеміз. Егер баланың сол қабаты толық болса, бүкіл басқа математикаға да басқан да баланың өз игеріп кетеді екен. Ал сосын бала өсе келе әртүрлі неге ұрылып неғып қалмау үшін, сынып жігері құм болып кетпеу үшін, оның рухани қабатын толтырып отырған кезде, бала өзі алға қарап алдынан шыққан қандай ситуация болса да соған жауап беріп өтіп кете береді. Сол үшін мен өзім осы кітаптарды оқығаныма бір жарым жыл болды. Сосын балдарым неге сабаққа қызықпайды, неге бұлар өсе келе мен көз алартырып сөйлесе бастады, бұларға не жетпей жатыр деген менде ой пайда болды. Сосын осы кітаптарды оқи бастадым. Сол жерде жазылған даналық пен балалық деген тағы бір кітап бар. Оны ата-аналарға, мұғалімдерге арнап жазған. Бұл жерде баланың ерік-жігерін толтыру жағдайында жазылған. Маған керек дүние екен, көрсен болам ма мұрапты? Мұны көріңіз, салт-дәстүр сөйлейді. Әлді Денепсқа дейін деген кітабымызда бүкіл баталар, жырлар, ел болам деген адам бесігін түзейді деген, соның бәрі осы да берілген. Сосын айтады ғой, бұрыннан
ата-бабамызда сөз бар. Бір жылдығын ойлаған адам бидай егеді, мың жылдығын ойлаған адам ағаш егеді. Егер ел боламын деп мәңгілігін ойлаған адам баласының жүрегіне махаббат даналықтың дәніне кет деген. Бұл кітап балдарды балалықтан даналыққа жетелейтін кітап. Ал мынау негізінде айтып жатсыз ғой, осы қиссалар, дастандар баланың қалыптасуына көмектеседі, септігін тигізеді. Иә, қалыптасуына көмектеседі. Ал бірақ кішкентай балаларға ол яғни дастан, қиссалар, жаттау немесе оны оқу қиын болмай ма? Қиын болмайды. Қыздардың, жігіттердің өздерінен сұрап көрейік те, Ерасыл қиын емес па? Жоқ, қиын емес. Ең бірінші оқисың да, сен прям оқыған кезде ішіне кіріп кетесің да. Анақта бұрыннан неді салт-дәстүрлер деген нәрсе маған қызық болып кетеді. Сен сонда соны жаттап аласың ба барлығын? Әлде жай оқисың ба? Оқимын да, сөйтіп оқыған нәрсені түсінемін. Ағызда? Көрініп тұр сен қатты қызығатының ма? Кәдімгідей сабақ айтқысы екеліп, мен мектепте сабақ берген кезім есіме түсіп кетті. Жадыра ғой есімі? Я нешедесін? Сегіздемін. Сегіздесін ба? Қандай кітаптарды жақсы көресін оқығанды? Не ұнады саған ішінде? Мен Әлдеде Непосқа дейін дегенді кітап жақсы көрем. Сосын Екі София деген кітап жақсы көрем. Қанша уақыт кетеді сол бір кітапты оқу үшін? Бір сағат па сонда? Бір сағаттың ішінде оқып бітіресің ба кәдімгідей? Шаршап кетпейсің ба? Далаға шығып ойнаған келмей ма? Жоқ, күніне бір сағат уақыт бөледі ғой. Бөліп тұрмын ғой. Былай кәдімгідей үңіліп қарап отырасың, иә? Далада қыздар ойнап жүгіріп жүрсе ше? Кел, ойнайық, жүр, шығайық десе ше? Қазір оқып бітірейін деп айтасың ба? Иә. Иә, жарайсың. Жалпы сол орталыққа баратын балақайлар қазір көп па? Қызығушылық танытып жатқан ата-аналар? Қызығушылық не дегенмен қазір ата-аналардың уайымы баламыз неге мына смартфоннан шықпайды, неге бір бұрышқа тығылып алып үйдегі адамдармен араласпайды, неге дастархан басынан тез тұрып кетеді, соның бәрі қазір ата-аналардың уайымы. Сол уайымды шешетін осы құндылықтар ғой, біздің өзіміздің үзіліп қалған дәстүріміз, салтымыз. Соған жалғанған кезде біз өзіміздің жігерімізді, күшімізді, қайраттың баланы бүйтіп көтеріп тұратын ең негізіне жол ашылады. Сонда ол бір қосымша болып тұр ғой, сіздер белгілі бір уақыт қана барасыздар, одан кейін өз бетімен ары қарай жұмыс жасай бересіздер ма? Қыздармен сөйлесейікші, апай, ренжімесеңіз, ә? Жоқ, әлде күнделікті, я болмаса аптасына бір екі рет қана бару керек па? Жоқ, егер қалаған уақытта барып, оқып қайтуға болады. Егер адамның оқуға деген қызығушылығы болса, онда барып оқуға болады. Мысалы, сен, Кәусар, қанша уақыт болдық осы орталыққа барып жүргеніңе? Бір айдай. Бір айдай болды ма? Иә. Кейін байқап жатармыз, үйірмелерге, мысалы, музыкамен айналысатын, немесе бимен айналысатын балақайлар, кейін, мысалы, сол салада жұмыс жасағылар келетті болашақта. Сіздер енді қазір кітап оқып жатырсыздар, иә? Алла қаласа енді кейін мектепті бітіретін боласыздар. Болашақта кім болғыларыңыз келеді? Осы кісілер сияқты кітап жазғыларыңыз келе ма? Әдебиетші, суретші, білмеймін, кім? Қандай мамандық енді осы кітап енді жойылып кетсе, осы оқыған болашақ енді бала кезде есіме түсіріп, жаңадан осы кітапты жазатын едім. Шынымен ба? Тағы да жазын кетіп тұр ма сонда сондай кітаптар ертең өскен кезде? Иә. Сен сияқты кейін балалар оқысын деп, иә? Иә. Ал, Жадыра? Мен де кітап жазғым келеді. Шынымен ба? Қазірден бастауға болмай ма? Қазір кішкентаймын мен дейсің ғой. Иә? Кейін бірақ жазғым келеді. Иә. Иә? Мен сол апайлар сияқты, Санжар ағай сияқты кішкентай балаларға үйреткім келеді. Осы қисса біздің салт-дәстүрлерімізді. Керемет, өте керемет нәрсе екен. Ал біз енді қисса, дастандар деп жатырмыз. Яғни сіздер бүгін эфирге дайындап келген шығарсыздар бір дүние. Бізде қызығып тұрмыз, қалай екен, бізге қандай өнерлерін көрсетеді деп. Ерасыл, бастаймыз ба? Ақыл. Алпамыс батыр жыры
Бұрынға өткен заманда, дін мұсылман аманда, жеделі байсан жерінде, қоңыра деген елінде, байбөрі деген бай бопты, төрт тілігі сай бопты. 90 мекенім қорасы мұрындық ноқта тимеген, түйе шелер мін беген. 80 мекен маясы шықырап жатқан бір жылқы, тұғай сайын мың жылқы, есебі жоқ көп жылқы. Жеделі байсан даласы өз алдыны бір бөлек, торы семен қарасы, андай болып көрінген, бозы менен аласы. Соншамай бай болса да, жоқ еді ердің баласы. Алланың өзі бермесе, пенденің бар ма шарасы. Атадан... Қарайсың. Атадан жалғыз. Алпамыз жырын түгел айтатын болса, ертең таңертеңге дейін отырамыз. Бізде уақыт аздау, рахмет Ерасыл. Бәрін кішкентай-кішкентай ғана бөліктерін естіп тыңдағымыз келіп тұр. Ренжеме, а? Ал, жадыра. Бәрін айтып кеткен қазір 2 сағаттай. Білеміз жатқа білетініңді, жарай ма? Ей, тілім тұрғызда жан салатта. Айтсын. Тамаша тәнті болып ғаламатқа жаптан бар қылан сөйле жүзінде бұр Алланың есімдерін саналмаққа. Жаным, жарайсың, 8 жасқа деген, 8 жасқа деген өте керемет көрсетті. Рахмет. Кәусар? Мен қарадың үшін айтамын, жаратты Алла өзімді, ойдырып жанға көзімді, тыңдайтын пенде бола ма, бұл жалғанда сөзімді. Сорлаған не қумаңдай, ішейін десем асым жоқ, кейін десем кемім жоқ, бараттығын үйім жоқ, үйге кірер күйім жоқ, ата менен ана жоқ, жалаң аяқ жалаң бас, отырмын міні жалаңаш. Қайда тұрып жүрейін, сорлы пенде мен болдым, балар болса қуады, көзімнен аққан қанды жаз, бетімді судай жуады. Қор қылдың құдай өзімді, кім тыңдайды сөзімді, бітіп қорлық бергенше алсайшы Алла өзімді. Жаралы жердің түбіне, қарадың отырып мұңайды, жап жалаңаш бұл бала сүйеніп жарға жылайды. Жарайсың, көп-көп рахмет. Бізде уақыт кішкене шектеулі болып тұр, ренжімеңіз. Мен де мына жақта бір қарап шыққан болатынмын. Өте жақында ғана жарық көрген кітаптар, жаңа басылымнан шыққан екен. 10 жылда өтті жақында. Өте керемет. Кейін енді біздің көрермендерге қызық болып жатса, дүкендер сөрелерінде тапса, оқса болады деген. Барлық жерде бар. Осы қалада да, аймақтарда да бар. Кітаптың авторлары Санжар Керімбай. Біздің көрермендер міндетті түрде тауып алады деген сенімдеміз. Біз бата бере алады балалар деп те естідік. Олай болса Ерасыл, өзің ер бала болып отырсың ғой осы жерде. Керемет. Ал қане біздің бағдарламамызға жалпы осы эфирге батаңды берші. Е құдай мұңдасын, е жамандық болмасын, қызыр бол жолдасын, жеті камал қолдасын, әр уақыттар демесін, баптар келіп жебесін, жақсымызды асырсын, қатемізді жасырсын, жастарымыз жоқ болсын, қастарымыз жоқ болсын, дастар қанға тән толсын, ең толған мән болсын, жарасқанымыз жарасқан, жадырасқан сән болсын. Әмин. Рахмет, көп-көп жарайсыңдар балалар. Рахим апай, сізге де көп-көп рахмет, себебі мінекей нәтиже бізнің салт-дәстүрмен өскен балалар мінекей осындай болу керек. Ерасыл, жадыра, Кәусар, сіздерге де көп рахмет келгендеріңізге, сабақты 5-ке оқыңыздар, Алла қаласа кейін үлкен ер азамат болып өскен кезде сіздердің кітаптарыңызды біз іздеп оқып жүрейік. Рахмет келгендеріңізге, ал біз кезекті жарнамаға береміз, жарнамадан кейін жалғастырамыз бізбен бірге. Қанар бір таң сіздерге тек қуаныш пен бақыт әкелсін деп отыра, эфирді одан әрі қарай жалғастырамыз. Аня, мен өте қуанышты болып тұрмын. Неге дейсіз? Неге? Себебі неде? Себебі мамам жазып жіберіпті WhatsApp-қа. Очень хорошо видео, передачу жазып жіберіпті. Мінекей,
очень хорошо ведете, да? Рахмет, анашым. Мамасының баласы екен. Көрермен үшін барымыз салып жатырмыз біз мына жерде, Аня екеміз. Эфир болмаса бүйтіп, деп айтар. Жоқ, негізі олай еркелетпейді ма? Білмейміз ғой, көріп жүрген жоқпыз. Неде болса, рахмет сізге. Егер де эфир ұнап жүрген болса, біздің жүргізгеніміз ұнаса, біздің енді қызметіміз осы, сіздердің көрермендер көңіл-күйлеріңізді көтеру. Иә. Ал құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейік, 8-15-тен асып кетті. Сондықтан сіздер дәл қазір бізге хабарласып, Бастаның концертіне 2 билет ұтып алыңыздар. Біз сіздерге сәттілік тілейміз. Да, дорогие друзья, мы уже начали принимать ваши звонки, поэтому дозванивайтесь, если хотите попасть на супер потрясающий концерт Басты, который состоится 8 и 9 числа в городе Алматы и в Астане. Поэтому не упустите такую возможность. И у нас есть уже дозвонившийся телезритель. Уже? Пойдем к столу, да? Окей, так. Біздің сұрақтарымыз, тапсырмаларымыз дайын. Сіздер дайын болсаңыздар, бізде дайынбыз. Сәлеметсіз бе? Алло, сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай, амансыз ба? Қайырлы таң. Қайырлы таң, менің есімім Айсұлу. Сіздерге Астана қаласынан хабарласып отырмын. Айсұлу дедіңіз ба? Иә. Аха, өте қуаныштымыз. Бүгін ерте тұрған бедіңіз. Иә, сіздердің бағдарламаларыңыз үзбей көремін. Рахмет. Ой, рахмет. Соңғы рет концертке қашан барған едіңіз? Концертке Гаку дауысында осы жақында ғана барған соңғы рет. Жақсы көңіл күймен қайттыңыз концерттен. Ерекше әсер алып. Я Алматыға барып қайтқам. Алматыда өте көп адам болды. Я енді ала бұйырса 8 қазанда Алматы қаласында Бастаның концерті өтеді. Соғанда барып қалсам бекен деп тұрсыз ғой бізге хабарласып, е? Иә. Олай болса сәттілік. Олай болса Айсұлу бағыңызды сынап көріңіз. Мына үш ұяшықтың қайсын таңдайсыз? Басқа бағдарлама жүріп кеткен сияқтымыз ба? Бірден бастайық. Бірден, аха. Бастайық. 2 мен 3-ті таңдайтын адам бар ма екен өзі? Ал олай болса дайынсыз ба? Дайынмын. Кеттік. Қай телехикая Америкалық Catalyst фестивалінде бақ сынайды? 5.32. Дұрыс. 5.32 деген сайын көңілім көтеріледі менің. Дұрыс, дұрыс жауап бердіңіз. Екінші сұрақ. Бүгін психолог Ұлпан Бермұхамедова мен қай тақырыпты талқыладық? Бір, екі, үш. Тез, тез. Өкінішке қарай, Айсұлу, сіз біздің бағдарламаның жанкүйері емес екенсіз. Өйткені таңертеңнен бері көрмеген сияқтысыз ғой. Иә, бірінші сюжетті көріп дұрыс жауап берген болатын. Жаңағы 5.32 туралы біз эфирдің басында айтқан едік. Иә, басында ең бірінші сюжетте айтылды. Шайым дайын болғанша деп кетіп қалған болып тұр ғой теледидар алдынан. Айсұлу, енді ештеңе жоқ, ондай жағдайлар болып тұрады. Сондықтан құрметті көрермендер, сіздерде дәл сондай мүмкіндік бар. Сұрақтарымыз қиын емес, бірақ біздің тосын сыйымыз, сыйлығымызда өте керемет. Анау-мынау емес жерде алдыңғы қатардан сіздер Бастаның концертін тамашалай аласыздар. Осы билетке ие бола алсаңыздар. Аня, бізде тағы да хабарласқан көрермен бар екен. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. Как ваши дела, как настроение? Ой, спасибо, все хорошо, и благодаря вам и вашей программе. Спасибо большое. По вашему голосу слышится, что вы бодрствуете, уже кофеек, чаек попили? Конечно, и не только. Завтрак тоже был. А мы еще нет, мы вот работаем и хотим вас порадовать сначала. Готовы? Ну да, я очень сильно постараюсь. Давайте, желаем вам удачи и выбирайте конверт. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ну давайте что-то посередине, 2. 2. Двоечка, желаем вам удачи, я держу кулачки, постарайтесь правильно ответить. Спасибо. В каком городе есть памятник гвоздю? Ой. Там было несколько вариантов. Там было много, да. Хотя бы один, да. Попробуйте. В каком городе есть памятник? Ну, по-моему, один из городов это в Германии. В Германии, Нюрген. Да. Правильно. Правильно. Засчитывается. 1 балл. Засчитывается. Ура. Что... Да. Да? Ура, ура. А, ура. Окей. Второй вопрос. Какими талантами обладают подростки, которые сегодня были у нас в гостях? Ой, эти ребята, они замечательно читают былины и эпосы. Классно. О, правильно, правильно. Здорово. Так, теперь
Мы на финишной прямой, остался заключительный. Барабанная дробь. Если вы сейчас правильно ответите, то билеты сразу полетят к вам. Желаем удачи. Про какую болезнь сегодня рассказал остеопат Еламан Усупеков? Так. Ой, ну, я предположу, что, наверное, самая распространенная болезнь и проблема... Это? О каком я сама с этим... Ну, наверное, это грыжи протрузии. Правильно! Супер! Мы вас поздравляем! Поздравляем! Поделитесь, пожалуйста, своими эмоциями, что вы сейчас испытываете, ответив на наши три самых сложных вопроса сегодня. Ой, это очень здорово. Огромное спасибо вам за такие розыгрыши. Это, наверное, один из немногих случаев, когда я что-то выигрывала. Поэтому это такая особая радость. А, и тем более на такой концерт. Да. Скажите, вам нравится творчество Басты? Да, ну да. Я не скажу, что я прям очень всегда за всем слежу, но вот хиты, которые всегда гремят, да, я их очень люблю. А с кем бы вы захотели пойти на концерт? Есть уже какие-то предположения? Или тоже кто-то должен заслужить и ответить теперь уже на ваши три вопроса? Ну, кстати, это хорошая идея по поводу заслужить. И, может быть, я тоже какую-то викторину среди друзей. А почему бы нет? Почему бы нет? Вы же постарались, утром раненько встали, нашу программу включили, все правильно ответили. Должен человек заслужить. Правильно, хорошая идея. Да. Да-да-да, я им задам несколько вопросов, и кто выиграет, тот и пойдет. Друзей у меня много. Это круто. И этому человеку от нас большой привет передавайте. Наша редакция с вами обязательно сейчас свяжется повторно и объяснят, где и как можно забрать ваш подарок. Желаем вам хорошего времяпрепровождения, отличного концерта. Он состоится 8 числа в Алматы, 9 числа в Астане. Спасибо большое, что дозвонились. Спасибо вам. Поздравляем. Спасибо. Поздравляем. И завидуем, если честно. Спасибо большое. Осында қандай позитив кетол адамдар бізге звандап, расында да көрініп тұрады біздің эфирді тамашала отырғаны. Өйткені, Аня, біз позитивтіміз. Біз сол позитивтің барлығын экран арқылы көрермендерге беріп жатырмыз. Ал олар бізге осылай қайтарып жатыр. Сіздерге көп-көп рахмет, құрметті көрермен. Дәл сондай позитивті біз Бақтияр екеуміз Алла қаласа ертең де сіздерге сыйлауға дайынбыз. Бізде Бастаның концертке әлі де билеттеріміз бар. Сол себепті күнделікті жұмыс күндері сағат 7-де эфирді қосып 9-ға дейін тамашалаңыз және бізге хабарласып, біздің қиын емес деп ойлаймын, үш-ақ сұрағымызға жауап берсеңіз, билет сіздердікі болады. Өте оңай, иә, хабарласасыз, ең бастысы бағдарламаны басынан аяқ тамашалау керек, информацияларды жаттау керек, яғни естен шығармау керек. Сосын хабарласып, сыйлықтарды ұтып алу керек, болды. Бақтияр, соңғы рет концертте қашан болдыңыз? Ой, мен жалпы негізі концертке көп болыпты бармаған. Шыны керек. Карантиннен кейін бармадыңыз ба? Спектакльге дейін осы Бастаның концертіне Аня Данченко деген керемет сұлу тележүргізушімен барып қайтсам ба деп ойлап отырмын. Мынандай әңгімелер болып жатыр да көрермендер. Алдында естеріңізде болса, Бақтияр, сізді мен театрға шақырамын деп отыр еді. Енді ақырындап намек тастап жатыр ғой. Мен сізді театрға, сіз мені концертке шақырсаңыз қалай болады? 50-50, кейін кафеге барып, сіз өзіңіздің кофеңізге өзіңіз келесіз. Жоқ, ондай жоқ, ондай жоқ. Мен сізді театрға шақырдым ба, болды театрға барамыз. Концертке мен сізбен бармаймын мүмкіншілік. На жақты жаңа біздің көрерменіміз хабарласып жатыр да, Гакку фестиваліне бардым, тамашаладым. Расында да өте ауқымды жобалардың бірі болды десек болады, бірақ жаңалықтарды оқыған дедіңіз. Тап-тап кеткен ғой гүлдердің барлығы. Өкінішке қарай. Өкінішке қарай, иә, өте өкінішті оқиға, бірақ дегенмен мен ендігі жолы біздің құрметті көрермендер мұндай нәрсеге бармайды деген ниеттемін. Ал бізде жарнама. Бізбен бірге болыңыздар. Сәрсенбі сәтті күн болсын. 30 минут жарнаның тікелей эфирінде таң сәрі бағдарламасы әрі қарай жалғасады. Друзья, просыпайтесь вместе с нами. Мы продолжаем нашу работу в прямом эфире 31 канала. Аня, екеуміз стиль туралы сөйлесейкші. Қыз балалар күнде айна алдында тұрып, не киетінін білмей бас қатырады дейді. Сол рас па? Әрине рас. Кейбір кісілер бар енді қыздарды айтатын болсақ. Кешке дайындап қояды киімді. Кейбір қыздар таңертең жиналады. Кешке дайындап қоятындар пысық қыздар екен. Пысық қыздар, олардың қатарында мен де бармын. Бірақ... Я бұл уверен, десе. Бірақ кешке киіміңді дайындап қоясың ғой. Мысалы, таңертең тұрасың, көңіл кейің болмай қалады. Кеше дайындап қойған киіміңді кейін келмей қалады.
сондай сәттер болады бізде. Жігіттерде болмай ма? Еп күлген несі бізге әнде? Біле қызы. Стиль айтайық, кейім туралы айтайық дейді. Нағыз қыз балаға тән, нағыз қыз балаға тән қасиет. Түнде дайындап қойдым, таңертең настроением болмай қалды. Дұрыс қой енді. Кейім басқа киім кием. Әртүрлі жағдай болады ғой, сен ойлайсың, мысалы, келесі күніңді жоспарлайсың ғой. Мысалы үшін кешке дайындап қойдың, ертеңгісін мысалы жұмысқа бару керек болады, кездесуге бару керек болады. Костюм шалбар кесің ба, жоқ әлде жігітіңмен кездесіп көйлек киіп барасың ба деген сияқты ғой. Сіздерде ондай басқа тұру жоқ, иә? Жоқ, ер адамдарда рахат, киім таза болды, бұл қағып жібересің да, үтіктеп үлгерген болса болды, киесің де киіп кете бересің. Сендерге жақсы ғой, негізі қыз балалар деген киімге тоймайды. Әйтеуір бір жерге барсаң болды, күнде шопинг қой біздікі. Қыздардың барлығы киімдерін, жаңа ақшаларын барлығын киімге жұмсайтыны сөзсіз. Біздің әріптесіміз бар, және біздің тұрақты айдарымыз бар. Иә. Yeah. Қалай білесіп аталады? Білем. Қалай? Get ready with Таңсәрі. Иә, соңғы үлгідегі стильдер, киімдер туралы сөз қозғамақпыз, сюжетті бірге көріп шығайық. Қайырлы таң, менің атым Қызғалдақ, мен стилист имиджмейкермін. Кез келген қыз келіншектің гардеробында алды түймеге жабылатын көйлек бар деп ойлаймын. Мұндай көйлек дайын образдың 80%-ын құрайды. Мұндай көйлекті зеріктірместей етіп, қалайша киюге болатындығын білесіз бе? Білмесеңіз, көрсетейін. Образдың бірінші бөлшегі – джинс. Бұны қарапайым топпен толықтырамыз. Бұл композицияның келесі элементі – алды түймеге жабылатын көйлек. Бүгінгі образыңыз дайын, мен бұл образды аксессуарлармен, қайық пішінді сырт буфлимен толықтырдым. Күндеріңіз сәтті өтсін. Келесі кездескенше. Большое нашим коллегам. Очень такой информативный, полезный сюжет получился. Девушки, если вдруг вам интересно, что будет модно в этом сезоне, обязательно не пропускайте нашу рубрику. Кстати, Бахтияр, да. Помните, к нам в студию Татьяна приходила такая веселая, позитивная, песенки с нами пела. С Питера, да? С Питера, да. Я вот вчера буквально заглянула на ее страничку в Инстаграм. Она уже домой вернулась. Такая без настроения. Знаете почему? Почему? Хмуро ее встретил Питер. Дождливо ее встретил. И она такая снимает видео и говорит, я хочу в Алматушечку. Там тепло. Там, говорит, есть и хазы, и баурсаки есть. Действительно, в отличие от остальных стран, может быть, да, в том числе и других городов, нам повезло гораздо больше, потому что у нас всегда тепло. Осень у нас такая теплая, приветливая, особенно прогуляться вечерком так. К тому же скоро у нас будут совсем теплые деньки, бабье лето. Да. Синоптики прогнозируют, что в ближайшую неделю вы еще сможете понежиться под солнышком. Тем более по вечерней Алматы прогуляться. Это вообще нечто, дорогие телезрители. Да, поэтому если вдруг соберетесь куда-то пойти прогуляться, опять-таки к вопросу о стиле, не забывайте что-нибудь на себя накинуть, потому что вечерами у нас прохладно. Все-таки горы есть. Я күн жылында, бәрі керемет. Біз сіздерге бүгін-гүгін шуақты өтуіне тілектеспіз. Ал бізде, әне, құттықтаулар бар екен. Құттықтауларға кезек берейік. Рұқсат болса. Әрине. Олай болса, сәлеметсіздер ме, анамыз Альменова Клара... Ой, бұл кеше ғой. Так, қайда кетті? А, міне. Сәлем 31-ші арнасы. Бақтияр, өзіңіз құттықтап жіберсеңіз. Ооо. Мен өзімнің жолдасым Русланды туған күнімен құттықтаймын. Оған зор денсаулық, мол бақыт тілеймін. Армандарыңа, мақсаттарыңа сүрінбей жете бер. Тілек білдіруші жары Гүлнұр, қыздары Тамелис, Аружан, Іңкәр және Айзере. Біз де шын жүректен құттықтаймыз, Руслан. Бар жақсылықты тілейміз.
тағы да құттықтаулар бар. Сәлем бердім баршаға, сәрсенбі самызнайыш сәтті болған. Сәрсенбі самызнайыш сәтті болған. Жегенмен ішкеніміз тәтті болған. Таң сәріде жолдаған тілегіме барша жұртым қуанып тәнті болған. Қайырлы таң, бар жақсылықты тілейм. Таңнан кешке дейін көңілді қуанышты күйде болыңыздар депті. Бұл енді құттықтау емес, бұл арнайы тілек екен. Рахмет. Доброе утро, ваш остеопат лучше, столько нового интересного дейді. Это не только наш остеопат лучше, у нас еще редакторы очень хорошие, потому что грамотно всегда подбирают таких гостей, да, которые рассказывают информацию, которая нужна именно вам. Поэтому спасибо большое, что обратили на это внимание. Жалғастырамыз. Таңсәрі бағдарламасының ұжымына жалынды сәлем. Күн сәтті түсін. Өтініш студияға психосоматик шақыраласыздар ма? Өте қызық тақырып болатын сияқты дейді. Я, көп рахмет. Біздің редакторларымызға құлақтарына алтын сырға. Доброе утро, Таңсәрі. Сегодня у моей племянницы Данели день рождения. Ей исполняется 2 годика. Пожалуйста, поздравьте ее. Пусть малышка наша растет безмерно счастливым ребенком, здоровым, и каждый ее день будет наполнен яркими эмоциями. Данелечка, поздравляем с днем рождения. Желаем всего самого наилучшего. Чтобы детство прошло ярко, красочно, чтобы ты радовала своих родителей, а родители всегда радовались всем твоим новым достижениям. С днем рождения. Құрметті көрермен, бүгінгі эфир өте белсенді өтіп жатыр. Біз өте қуаныштымыз. Жазған хабарламаларыңызға да рахмет, хабарласып та жатысыздар. Ертең де дәл осылай активно болыңыздар. Я кешеде мен өзімнің инстаграмдағы парақшамда айтып өткен болатынмын. Құрметті көрермендер, егерде қандай да бір ұсыныстарыңыз болса, осы тақырыпты қозғасаңыздар, я болмаса осы кісіні студияға шақырсаңыздар десеңіз, біз міндетті түрде сіздің ұсынысыңызды, өтінішіңізді орындауға тырысатын боламыз. Себебі сіздердің әрбір айтқан ойларыңыз біз үшін өте маңызды. Айтпақшы, Бақтияр жаңа сұрады, психосоматика. Хабарыңыз бар ма еді, негізі білесіз бе не екен? Психосоматика естуім бар, қазір сіз бір подсказ жасап жерсеңіз, мен бірден арға іліп алып кетемін. Өзіңмен өзің жұмыс жасап, емделу. Жоқ, онда білмейді. Басқа нәрсе мекен? Естуім бар жалпы, естуім бар. Өте жақсы тақырып, алдында ғана біз сөз қозғаған болатын біз. Егер де әр адам өзімен дұрыс бағытта жұмыс жасай алса, тіпті күрделі аурулардан да емдеп шыға алады екен. Олай болса, алдағы күндері, немесе алдағы аптада, жалпы алдағы уақытта сол психосоматика жайлы талқылайтын боламыз. Бізде тағы да бір хабарлама бар екен. Күлдіңіз ғой. Өйткені қызық хабарлама болды. Анаңыз емес пе? Жоқ, жоқ, жоқ. Доброе утро. А вы покажете нам, как сходили в театр, дейді. Наши зрители настолько внимательные, что вот улавливают каждое наше слово. Мен енді Бақтиярдың мен театрға шақырған білем, бірақ қай күнге шақырған білмеймін. Өзі келіп алып кетема жоқ, өзің кел деп айтама. Бұл сұрақтың жауабын жарнамадан кейін білетін боласыдыр. Доброе утро, страна! Пусть сегодняшний день будет позитивным и удачным, и мы продолжаем нашу программу. Себебі студиямызға жұлдызды қонағымыз келді. Ендіше қарсы алайық. Таңсәрінің төрінде әнші, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Айжан Нұрмағанбетова. Қайырлы таң, доброе утро! Как ваши дела? Жаманымыз жақсы. Бүгін ерте тұрдыңыз ба? Айтам ғой, таңертең ерте тұрсақ, онда әртістер үшін ол подвиг деп айтамын. Подвиг. Біздің студияға сіздің әріптестеріңіз келеді, тіпті ұйықтамай келеді екен. Студиядан келдік, тойдан келдік деп. Олар жас шығар, сұрдан соң. Они молодые, им все можно. У них еще организм позволяет. А тут уже возрастная бессонница. Ну не надо, ну что вы, что вы всегда прекрасно выглядите, хоть днем, хоть ночью, хоть рано утром. Я стараюсь, я стремлюсь. А вообще у вас рабочий день как расписан? В последнее время, вот уже осень, сезон начался, работа. Ну по-разному. Работа у нас сейчас началась действительно такая, не тойская, а концертная. Потому что мы все солисты Казахконцерта. У нас есть в Казахстане в Алмате филиал, начиная с Сарат Нештугуловой, народной артистки, Роза Рымбаева, Мақпал Жанусова, ваша покорная слуга и еще наша молодежь. Вот. И у нас начался сезон 61-й или 62-й, извиняюсь,
Мы уже съездили в Абайскую область новую, дали концерты по моногородам. Причем это было совершенно бесплатно для народа, для зрителей. Видно, что они соскучились за 2 года пандемии и 1 год раскачки. Так что теперь вот мы едем в Жетысуйскую область. Талдыкурган, Текели. Вот лично я в Избасом. А вот. И потом где-то с 30-го мы вылетаем в Кызылорду. Кызылорда, ждите нас. Ой, и на мою родину. Там, да. А в каких числах вы там будете? Можете как раз проанонсировать прямо, нас? Прямо 30-го мы вылетаем. Я спросила, прямо 30-го есть концерт? Они сказали, да. Это и Кызылорда, это, я поняла, Туркестан, это Кентау, это Жанатас, Каратау. И, возвращаясь назад, это будет город Тараз. Очень классная вот. Программа, ну, надеюсь, так. будет. Керемет, жолыңыз болсын, аманы сенбай. А у меня айтқаныңыз келсін. У вас, я знаю, есть ежегодный, если правильно скажу, если неправильно, поправьте, это конкурс или фестиваль детский? Он конкурс-фестиваль. Бывает, на каких-то конкурсах дети выбывают, у меня нет. Он отличается от всех конкурсов, потому что мы проводим кастинг. Это дети со всего Казахстана. Казахстаном түкпір-түкпірінен келген талант дарынды балалар. 6 жастан 16 жасқа дейін. От 6 лет до 16 лет. Великолепные дети. Мы ведем такой отбор. И я могу гордиться тем, что наши дети, понимаете, это будущее Казахстана. Они приезжают сюда не на один день. Они приезжают сюда почти на месяц, на 20-25 Ничего дней. Себе. Они живут здесь, мы снимаем для них звездный дом. Они здесь живут, они здесь отдыхают, они ездят в аквапарк, мы их возим. Они дают концерты на Коктюбе. Вот, а мегацентр. Всегда был такой масштаб? Я в этом помню. Году был 6-й сезон, в прошлом году был юбилейный 5-й сезон. И, к сожалению, вот то, что вот у нас в связи с этими январскими событиями, когда мне дети говорят, когда же покажут наши концерты, мы снимаем 3 концерта. 3 эфира. Детки поют живьем. Жан Дадаос, 1-й тур, 2-й тур. И 3-й – это подарок для детей. 1-й тур – это казахстанский хит. 2-й тур – это зарубежный хит. И 3-й тур – это как подарок для детей, причем мы выполняем их желания, потому что кто-то говорит, я хочу петь с Алишером Каримовым, это звездные дуэты. Он, мальчик из Караганды, приехал и сказал, его мечта – спеть с Амре. Да, вот. Кто-то хочет с Айданой Меденовой, кто-то хочет с Айри, кто-то хочет с Мархабой Саби, кто-то с Камшат Джолдыбаева, кто-то с группами. Понимаете, мы выполняем эти желания. Деточек у нас, значит, если во время пандемии больше 15 нельзя было, мало того, мы еще это все с врачами, с тестированием, все этим самым, закрытые ворота, все. Но ухитрялись вывозить их. Потихоньку, прогуливать, по чуть-чуть. Да. Вот сейчас уже это прошло, можно говорить, да? А так мы их вывозили. Даже несмотря на это, они все равно у нас были в аквапарках, отдыхали. Это летний лагерь одновременно. Но за 20-25 дней, вот почему я хотела прийти с Беком Оралбеком, к сожалению, он не пришел. Он вокальный продюсер нашего фестиваля. Mm-hmm. Я продюсер тот, который с ним делает отбор, кастинг. Mm-hmm. Утверждаем репертуар вместе. Потом вся работа ложится на плечи Бека Оралбекова. Это прекрасный. Он работает индивидуально с детьми. Представляете, за 20 дней приготовить с каждым ребенком 3 песни. Тур. Вот вообще у нас это 20 детей. Но вот если 3 тура, это 60 песен приготовить с детьми. И причем они должны петь живьем. Это здорово. Живую, да. Как классно, да. И мои детки поют как Бьонсе, как Кристина Агилера, там, я не знаю, ну, в общем, великолепно. А Бахтияр, ты когда-нибудь пел на сцене? Нет. Хочу в детских конкурсах не участвовал? Вот хочу, знаете, Аннушка, я хочу сказать вот через эфир спасибо всем тем звездам, да. которые... Біздің сұрағанымыз сөзді жерге тастамай келеді. А Алишер Каримов у нас вообще талисман нашего фестиваля, потому что он 6 лет подряд с нами. И самое интересное, что эти 3 эфира проходят на телеэкранах, я не буду говорить, какой канал, показывают. У нас разные каналы были. Вот, в этом году мы припоздали вот всего, вот в субботу-воскресенье будет показан 2-й тур. Ну, телеканал разделил концерт на 2 части, да? И потом в следующую субботу-воскресенье будет гала-концерт. Вот звездные дуэты. И еще вот. И сразу же выставляется в YouTube. Дети из YouTube могут брать, и там же написано «Живой звук». Да, конечно. И посылать на кастинги, даже на международные конкурсы. То есть у вас такая основная площадка, можно сказать, для детей, которая дает возможность потом реализовываться еще и на других проектах. Потому что у нас уже есть победители. Видите, за вот эти 6 лет
Я могу сказать, что у нас же до 16 лет, да? Вот, например, у девочка из Уральска наша, у нас мисс фотомодель, мы называем, она в этом году заканчивает Жургеневку, да? Еще один мальчик, победитель 19 сезона, 19 года, да? Он в этом году поступил в Жургеневку. Еще один мальчик из Кустанайской области уже перешел на второй курс. Да? Мы следим за этим. У нас, я почему сказала, у нас девочка Дениза, она вот так подала заявку, и она победительница первого места в Израиле. Молодец. А Ялан Муканов, который вот сейчас закончил, перешел на второй курс, он подал заявку и в Париже, во Франции выиграл первое место. Вот вы видели, что было в этом году «Голос дети». России, да, в России. И там был наш мальчик. Ну, да, он дошел до финала. Очень хороший показатель. Дошел до финала. И самое интересное, когда я говорю, что мы работаем, у нас есть стилисты, визажисты, то есть их одевают. Не так, что приехал, вот в чем есть. Если подойдет костюм, который они привезли, мы его оставляем. А если нет, то работают стилисты. Вот мама Сарама, который был на «Голосе России», мама позвонила и сказала: «Ой, вай, стилист, тардын айткан костюм, мен гайдан табам». Я говорю: «Не переживайте, стилист өздері тауып берет». Мындай конкурсы бірінші рет есть. Ну вот хочется наш с вами разговор, диалог немного в другое русло о вашем творчестве. Я знаю, что у вас очень много новостей, вы у нас личность разносторонняя. И в этом году, если я не ошибаюсь, у вас был дебют прям в роли актрисы. Вы сыграли какую-то роль, расскажите подробнее, нам с Бахтияром интересно. Могу сказать, что это не дебют. Дело в том, что я всегда говорила, что я не мечтала быть певицей, а хотела быть актрисой. Причем киноактрисой. Вот как раз таки нам показывают кадры. Расскажите, это что? Что это? Это моя импровизация. Это не из фильма, но это в фильме вот такой образ. Это вы? Это я. Я хочу поближе посмотреть. Ага. Ничего себе! Что это за перевоплощение? Вау. Сколько вам делали грима? Как вы вообще в образ? Два часа грима и я, да. Отлично, отлично. Морщины делают латексом. На мне было 6 бородавок. 6 бородавок? Да, 6 бородавок, все такое. На мне было бельмо на глазу. Прямо вот такое. Ну, я мечтала быть актрисой, но и по... А вот еще, да, вот ваш грим, да? Нет, да, это не вы. Я вас в гриме не узнал. Это этот, как называется, тизер фильм. А что за фильм-то? Это фильм «Розыгрыш по-казахски». Так. Правда, фильм изначально назывался «Спасти брата», но вот «Розыгрыш по-казахски». Я все-таки была не согласна с этим названием, потому что он уже говорит о том, что розыгрыш. Но молодые люди решили подшутить над кем-то и вдруг попадают именно туда, где это совершенно не розыгрыш. А вы там кем? Да, а я там, типа, рядом со мной мой сын. Это сыграл великолепный актер, у которого рост 2 метра 10 сантиметров. Это мой сын, которым я управляю, говорят, там этого туда, Руслан, этого, да, сюда. Да, ну вот так. Первый мой дебют состоялся в 2010 году. Это был фильм великолепный, мне понравилась мелодрама «Он и она». Я играла маму главного героя. Да вы что? Да, это я. Это у меня был один из моих любимых отечественных. Кстати, очень нравится мне я, этот фильм. Я, к сожалению, не видела. Да вы что, посмотрите. Да, посмотрите. Да, там я просто, у меня было 3 съемочных дня. Первый день я просто мама, которая готовит на кухне. Второй день это жена, которая, супруга, там следит за мужем, чтобы он там не... И третий день я оказалась в 16 веке. И эти кадры, которые понравились моей маме. Потому что я там была в таком наряде. Вот 16 века. Я сидела в юрте. Вот с такими ногтями. Как я их спрятала, я не знаю. Хамасапр вотердым битым. И вот сужерде. Ай, жан ногти. И чтобы курнбесен деп. Как я их спрятала, не знаю. А вы не захотели с ними расстаться на период съемок? Я просто об этом не подумала. Да, второй раз уже после того фильма я сыграла в ситкоме «Мозготрясы». Старую деву Мымру. Что за роли вам достаются? Когда меня приглашают куда-то, вот недавно был звонок, я сказала, что очередную стерву сыграть. А вот здесь ведьма. Самое интересное, мне говорит, вы боитесь. Я как-то сказал, что я жду роли великолепной какой-нибудь, драматической, в историческом фильме. Я могу быть страшной, не боюсь быть смешной, страшной. Ну вот они предложили, что боитесь, вы же говорили, не боитесь. Я сказала, не боюсь, и пошла. Какие-то специфические задания от режиссера были? Что-то нужно было сделать, там, не знаю, чем-то пожертвовать? Вы этого не делали никогда? Пожертвовать вот... волосами, мне их мазали, я не знаю, чем. Я сказала, это потом смоется. Ужас какой! Да. Для артиста это же вообще неимоверное. Не, кино это такое. Не, ну... Ну, я жду, жду. Я для девушки, тем более, для женщины. Когда объявили конкурс, кастинг на фильм «Тамерис»,
Я хотела, но так я не рискнула. Я хотела сказать, можно я хоть бабушку там или сыграю, хоть прабабушку. Какую-нибудь там старуху. Да, но так я не позвонила. То есть вам именно это направление очень нравится, и вы хотите себя попробовать в какой-нибудь хорошей, может быть, даже главной, яркой роли, да? Да, но если играть стерву, пусть это будет тогда большая роль. Большая такая мощная стерва от начала фильма до конца. Да. Вернемся к вашему творчеству. Новые песни, может быть, концерты ваши сольные. Вот это самый больной вопрос. Все-таки этот фестиваль отнимает не только силы, массу, это беготни по спонсорам. Я очень хотела бы, чтобы этот фестиваль вошел бы, ну как, уже с акиматом поработать, чтобы какие-то средства выделялись, да. А то все приходится делать как-то там, я не знаю. Я прошу родителей иногда просто оплатить хотя бы проживание, питание, да. Вот. А так, мне хотелось бы, чтобы это было полностью. Была в этом году задумка. Самое интересное, что у нас в зале, не считая вот пандемии, когда без зрителей, а так у нас в зрительном зале сидят дети. Сидят дети, и это чаще всего дети из детских домов. Это мое желание. Дети из малообеспеченных, таких вот из многодетных семей, на сцене зрители и там зрители. Вот благодаря тому, что и моя работа с детскими домами в 2019 году, я хочу сказать еще раз большое спасибо меценату, бизнесмену Данияру Мергенбаеву. Совместно с ним моя команда, в которую входит я, Бек Уралбеков, Берликаман, это мой директор, который работает в Астане, и мы только на расстоянии работаем. Да? Это Алия Кудайбергенова. И хочу сказать всем балетным труппам, это особенно Виват, это Сармат, это, ну, в общем, кого не назову. Микс. Вот эти балетные труппы, это тоже дети, и они работают с нашими детьми. То есть дети не выходят просто так, там балетные постановки. Простите, пожалуйста, мы вынуждены вас прервать нашу с вами беседу, потому что мы ограничены немного Что я опоздала. Немного во времени ограничены, мы бы могли с вами часами сидеть, вы очень интересный собеседник. Мы бы хотели послушать в вашем исполнении красивую композицию, ну и думаю, что наши зрители тоже будут рады. Хорошо. Просим, давайте вместе. Я хотела еще сказать, что вот я не договорила, что Даниару Мергенбаеву, с которым мы вместе в 2019 году одели и обули 400 детей адресно. Спасибо, вот, спасибо большое. Дорогие каники. Да. Ну а сейчас я хочу спеть песню. Будем только рады. Yeah.
большое. Спасибо, у нас в гостях сегодня была потрясающая и всеми любимая Айжан Нурмагомбетова. Спасибо большое. Көп рахмет, ал құрметті көрермен. Осымен таң сәрінің бүгінгі шығарылымын аяқтаймыз. Ертең 31-ші арнада қайта жүздескенше. Аман сау болыңыздар, күндеріңіз сәтті өтсін. Пока-пока.